очень так себе. Но тем не менее, жизнь есть у них. Я подошел прямо к океану. За мной остались все эти красивейшие здания. Все это банки, гостиницы. Продолжаю свою мысль. Вот эти все здания, эти все гостиницы, они на бедных людей рассчитаны. Что придут и будут жить. И банки их нет. Здесь множество банков. Опять же, не на бедных людей рассчитаны. Что люди вкладывают в себя. Вкладывают в свои бизнесы туда в банки. В одно прекрасное время ты можешь потерять все. Сколько банков закрывается. Но Хавайи любят разные страны. Сколько мы здесь встретились с Японией, с Китая. Такой национальный отдых. Курортная зона такая. Сегодня вторник, а это уже третья подряд свадьба.
просто уховается в свои законы. Thank you.
just gonna